Всем привет! Мы находимся в Киеве и решили пойти на выставку цветов «Планета диких животных». Доехали до метро «Арсенальная». Вот хочу вам показать, как реконструировали эту площадь возле метро по-новому. Мы идем на выставку цветов «Планета диких животных». Продолжаем идти. Вот мы подошли к кассе парка Співочі. Здесь билет взрослый стоит 100 гривен за вход, детский стоит 25 гривен. Детям до 3 лет бесплатно, и льготникам бесплатно, пенсионерам, инвалидам, участникам ликвидации на ЧАЭС бесплатно. Парк Співочі находится по адресу Лаврская улица, 31. Работает этот парк с 10 до 20. Эта выставка будет до 1 августа. Заходим в парк Співочі. Вот при входе карта и указатели. Здесь при входе небольшие экспозиции, а дальше будут большие. Вот такая арка из цветов. Вот здесь качели есть, можно фототься. Вот такая красивая экспозиция, акула. Вот экспозиции побольше. Продолжаем гулять по парку. Классные экспозиции. Много труда вложено. Співочі. В парке есть карусель для детей. Для создания фигур были использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тысяч цветов разных. Вот еще одна экспозиция из цветов. Черепаха, слон, красота. Вот крутая экспозиция. Розовые фламинго на фоне красивых цветов. Смотрите, какая красивая бабочка из цветов. Вот еще крутая экспозиция. Супер. Вот сцена и сидячие места. В праздники здесь проходят концерты. Вот еще одна экспозиция. Здесь более 9 экспозиций больших. И при входе несколько маленьких. Со сцены открывается очень красивый вид на речку Днепр и на Киев. Вот я показываю вам общий вид. Какая красота! Супер! Пальмы. Очень красивая экспозиция из цветов. Вот еще одна предпоследняя экспозиция. Красивая. Вот последняя экспозиция. Тоже очень красивая. Здесь продаются семена и луковицы цветов. В основном здесь луковицы цветов, да, тюльпаны, да. Лилии. Да, это все Голландия, голландские цветы. Здесь вот такая красивая аллея, цветы красивые. Супер. Розовые цветы. Вот белые цветы. Есть фиолетовые цветы, малиновые цветы. Эта экспозиция постоянно здесь стоит. Дерево и замок. Смотрите. Мне очень понравилось гулять в этом парке Співочі. Много классных экспозиций здесь. Вот покажу вам замок ближе.
Вот кенгуру. Вот смотровая площадка. Здесь скамейка в виде пирожного. Вот покажу вам ближе. Это старая смотровая площадка. Здесь очень много деревьев, все заросло. Вот такой вид. Вот вид на родину мать. Здесь есть бар и кафе. Вот фудкорт. Здесь можно взять в баре или в кафе еду и покушать, посидеть. Столики со скамейками под навесами. Большая территория. Удобно сделано все. Мы уже погуляли. Организовано здесь все хорошо. Мы довольны. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Добра вам и отличного настроения. Подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно.